станице Северской возобновляет работу Центр развития ребенка, детский сад номер два и его филиал. Это прекрасная новость для 400 воспитанников дошкольного образовательного учреждения и их родителей. Три детских сада районного центра около трех недель назад были закрыты из-за перебоев водоснабжения, вызванных поломками сразу несколько скважин на Северском водозаборе. Для скорейшего открытия садов на прошлой неделе в них установили резервные накопительные емкости с насосами. В основном в здании ЦРР стоят четыре бака объемом 5 кубов и еще два в здании филиала дошкольного учреждения. Предусмотрена система фильтрации и обеззараживания воды. Окончательное решение об открытии сада было принято после проведения анализа воды, который осуществили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Наконец-то 24 июля в понедельник мы открываем двери для наших маленьких ребят. Мы очень долго ждали этого дня. У нас появились резервуары, которые накапливают воду, и в случае, когда не будет хватать воды в системе, мы сможем спокойно функционировать. Той воды, которая находится в емкостях, нам хватит для полноценной работы детского сада. За время, пока сад был закрыт, работники дошкольного образовательного учреждения постарались преобразить территорию. Появились новые тематические зоны. Правда, во время отсутствия воды немного пострадали газон и декоративные растения. Активный полив исправит ситуацию. Звонкий детский смех скоро снова будет слышаться на площадках и аллеях Центра развития ребенка. Еще в двух закрытых детских садах станицы Северской номер 14 и номер 42. Все еще продолжаются работы по монтажу системы очистки и подачи воды. В скором времени свои двери для юных посетителей должны открыть и они.